молодчики, да, сегодня была настоящая команда. Да, сегодня бились, принимали удары, ловили шайбу на себя и, самое главное, бились друг за друга. Бились друг за друга, да, у нас было на одного нападающего меньше, на все молодчики сработали. Поэтому с победой. Парни, Виктор Николаевич сказал, во-первых, у нас сегодня событие. Скорик свою первую шайбу наконец-то забыл. После первого периода тренеры сказали, что большинство должно сегодня решать. Оно сегодня решило, Миша. Все, мужики, молодчики, все выстрелили. Скорик, молодчик, красава. Все, вообще красавцы, а теперь отдохнули.